Фестиваль «Покров», цель которого – духовно-нравственное воспитание, стартует 8 ноября, и его в этом году лично поддержал патриарх всея Руси. Как отметила Надежда Козлова, духовное воспитание – это то, на чем в том числе сегодня делают акцент депутаты. Все начинается с семьи, и родины начинаются. Какие отношения в семье? Мы устанавливаем не только детскую площадку, а комплекс, где есть спортивные тренажеры и уголок для маленьких детей, чтобы пришла семья. Обсуждение вопросов патриотизма, духовности, нравственности, мне кажется, не менее значимы, чем обсуждение бюджета. Львиная доля депутатских средств направляется не только на развитие спорта, установку во всех районах подобных комплексов, но и на решение вопросов в сфере образования и культуры. Исполнение таких наказов избирателей в приоритете, отметила Надежда Козлова. А вообще, без обсуждения депутатских наказов не проходит ни одна сессия городского собрания Сочи. Большая работа депутатского корпуса совместно с общественной палатой сегодня проводится и с общественными организациями курорта. Эксперты тщательно их изучают. Вопрос очень важный, ведь в том числе через такие структуры депутаты взаимодействуют с избирателями.